Всем привет, ребят! Сегодня мы с Техформиром решили заняться жарким парением в бане. И котик от подписчика, вот. А еще в жопу буду ебать Техформира без негатива сейчас. Какая у тебя фракция? У меня самая плохая фракция вообще просто. Нереально плохая. Настолько плохая, что прям жесть какая плохая. Вот с вами Техформир, и сегодня, как бы это грустно ни звучало, твой анус будет разорван. Моих платных уроков будут убивать санные бесплатные орки снова. У тебя снова Изенгард? Да. Какой же пиздец, я ненавижу этот день. Я так и знал, я утром встал, с такой рожей встал, я такой, блять, вот сегодня будет больно, вот сегодня будет как-то хуёво, вот. Только уже дважды выпало это говно. Ладно. Давай так, я дам тебе фору, большую фору. Я не буду строить конницу и не буду строить самых дорогих лучников. Но ты не будешь строить конницу тоже, потому что у меня больше нет возможности, ну, ты будешь давить типа их. Договорились? Ну давай. Он еще подумал, блядь. Я отказался от половины юнитов фракции. Он такой, так, дай подумать. Ну ладно, уговорил, блядь. Ну да, че, хули. Я знаю свою цену. Че это за хрень? Кажется, твои платные уроки сейчас пососут мой бесплатный член. Пиздец, почему они платные? Они же говно. Нет, так они же вообще не дрались, алё. Они застряли в этой лесопилке. Я их ненавижу. О, бесплатные дикари пришли. Not good. Вот я, знаешь, как их ненавижу, вот как Зираэль говорил, ёбаные обезьяны, эти уроки, ненавижу их. Блин, расисты они везде. Меня окружают сплошные расисты. Эти уроки, ебаные, блять, амёбы хуже троллей. О, назад. Да как ты догнал? Я быстрый. Читер. Да как? Да в смысле? Отъебись. Давай. В один удар. Нормально. Давай. Слезай давай. В вышку, пошел в жопу. Сука. Ну ладно. Тогда назад. Вылезаем из вышки. А я залезу в вышку. Сейчас тебя гоблины трахнут. Пиздец, охуенно. Нейтральный крип трахает нейтральную вышку. Ну, он трахает нейтрально, то есть без негатива, нормально же все. Ты у них просто подсосал, чтобы они ломали мою вышку. Это неправда. Правда, я все видел. Честно. Блять, ёбаный Фродо Бэггинс. Мистер Фродо, идите нахуй.
Приветствую. О, классно, тролль меня выебал, пока я ломал. Чё? А, ты их убьешь, да? Да, ты их убьешь. Ладно. Жалко, что тут нельзя постройку отменять, как в... во втором BFME. Вот было бы прикольно. А, охуенно было бы отменить здание за 700 монет. Мне кажется, тебе бы понравилось. А мне кажется, ты гей. Ты ошибаешься. Я думаю, я не ошибаюсь. Не думай. Блять, этот лилипут еще и в вышку залез. Да сдохни ты уже! Пожалуйста! А он кого-то убил? Ну, прикольно. Кто кого-то? Он четверых моих бомжей убил. Кто? Он просто исчез? Да. Ну я же его убил. Это баг. Фича. У него кольцо есть просто, лол. Забыл? Ну там же должен глаз его палить. Нейтрально, нет? Ну не сразу же. И ладно. Вот когда спалит, я его выебу. Ой, его спалили. Снимай! Все нормально. Ну и где он? Я в другую вышку залез. Он под плащом, под прикрытием. Ну ладно, ладно. И похуй, иди нахуй, короче. Может, хватит залезать в вышку? Я уж и залез куда мог, везде. Все нормально. Не волнуйся. Я сейчас в тебе залезу, сука. Не стоит. Нифига, сколько игры не стоит. Ладно, чирпа. Хоть что-то сломаю, пожалуйста. Я тебе лицо сейчас сломаю. Уйди. Нет, ты уйди, я не уйду. Это нет, это твой ответ, понял? Что? Это приличная версия того, о чем ты подумал. Блять, насильник. Я же отправил. О, хорошо. О, этот карлик еще и моих рабочих убивает. Кто, героя захотел? Нет, нет, не героя. Героев.
И Фродо не карлик вообще-то. Он просто немного неуверенный в себе ребенок. А, он не карлик, он пидорас ебаный. Ломает мне рабочих. Какой же негатив. Ломает рабочих, убивает здание. Ладно, ладно, я понял. Неплохо. А дикари супер быстро бегают, хорошие юниты. О, и тут в вышках. Везде ебаные вышки. Представь, что вышки это деревья. Я же не во Вьетнаме. Представил? Представил. И зачем ты это представил? Ты мне так сказал. И что? Ну ладно, ты долбоёб. Погоди, но это же ты представил. А ты сказал представить. Ты долбоёб. А почему ты сказал представить? Чтобы ты представил. Ну, я и представил. Ну, вот и ты долбоёб, получается. Сам долбоёб, раз ты предложил. Нет, 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 нет. Сколько, когда, сколько уже ждать? Я не много, хочу. Много, много, много. Блять, ну... Ай, пиздец, короче. Сколько все стоит? Много. Этот лилипут еще одну вышку нашел, заебись. Сука, он же во всех вышках насрал и ушел. Выгодная тема на самом деле. Если ты снесешь вышку, то норм как бы. Не снесешь, тоже норм. Потом снесешь. Ой, ладно, пошел на. Этим лучниками, обычными стрелами ломает мне крепость. Ну как обычными? Это вообще-то мечниками сломал. Эти мечники же говно, мало урон наносят. Их много. Не, ну они, ну, может, мало урон наносят, но больше, чем лучники без апгрейда стрел все-таки. Угу. О, нифига, ты тролля закрепил. Красава. Нет. Да, это твой ответ. Не, блять, какой-то урон бешеный у лучников. Откуда у эльфов огонь? У них нету огня. Из жопы твоей достали. На, из жопы моей. Заснул. Ах ты, сука. Пидорас. Нет. Это твой ответ. Ладно, ладно, беги, беги. Я бегу. Пиздец, как мне от этих двух стрел сейчас отбиться?
пол вышки уже снес. Нифига. Бля, я за этим вообще не наблюдал. Операция проходит вполне успешно. Тебя, Фродо. Блять, Эйн, ты охуел? Ну нет, я этого не допущу. Да-да, я. Это моя модель. Да-да, я. Хорошо, я это допущу, но только на этот раз. Сейчас будет невероятный, весьма умный тактический ход Фэткэта. Зри. Хуяк? Здорово. Нихуя. О, блин, они так дамажат сильно. Да ты охуел. Ты охуел. Да бегите, блять, твари ебаные, беги. Ладно, по всей видимости, норм. Да не норм. Сука, куда? Нет, я на вас 1000 рублей потратил. У тебя нет скидки на грейды, что ли? Хотя, наверное, со скидкой тоже. Я тебя ненавижу. Блин, что-то пошло не так. Погоди-ка. Пиздец, блядь. О, этот пидорас еще тут сидит. Я ненавижу этот узгилет. Ты, блядь, гомогей ебаный. Ладно, мы один раз сыграем на карте с крепостями, но только один раз. Блядь, нормально с крепостями играть, ты сука. Ненормально. Эта игра, это высер сатаны. Блин, кому в голову пришло бинд на О поставить? Ну, здорово. Пиздец, у него так быстро берсерк проходит. А! Ой, нет, а! И, а! Блин, он быстрый. Ладно. Мову рукхай. Эх, так мало войск. Это вся армия. Эх, так мало войск, да, блядь. Не, я про то, что... Ну, типа, во второй части то хотя бы, ну, больше их было бы. Прикольнее было бы. Го в 1.09 поиграем, Жор. Го. Ты серьезно? Ну да, у меня просто его нет, я скачаю, если хочешь. Давай.
ты забыл знаменосца. Сука, я его снесу. Давай. Ну нифига. Соси. Ты говорит, ты сказал соси? Кажется, берсерк тебя услышал. Давай. На! Назад. Уха. Блин, добейте его. Нет. Нет. Ладно, гон. Сука, нет. Пчирба ебаная. Бегает там, бегает, бегает. Бегает, бегает, смотри. На! Нет, не убивай! Не убивай, сука ебаная! Ой, как же я тебя ненавижу! Извини. Блять, ну почему мне это говно всегда упадает? У тебя просто карма низкая. Ты много материшься. Вот. У тебя ладно. Из этого низкая карма. Ладно, я понял. Я много матерюсь, и из-за этого карма плохая. Но я должен сказать в конце, пока я проиграю, что ты пидорас ебаный. Ну вот видишь, из-за этого низкая карма. Сам пидорас. Ладно, всем спасибо, ребят. Я надеюсь, вам понравилось это гей-порно. Большое спасибо всем, кто стал моим папиком. В описании ролика найдете кучу полезной инфы. Чао, какао.